Отец пугаете, вот момент говорите. Лариса? Они в прошлом году тоже прилетали. Жили вон на всех островах. Правда, дедушка? Правда. Я таких никогда не видела. Пойдем, дедушка, к ним поближе. К ним близко подходить нельзя, они сразу же улетят. Почему? Когда-то они возле людей жили, как чайки. Но человек стал охотиться на них и почти всех истребил. Ну их же так много. Больше их нигде нет. Нигде, нигде. Во всем свете. Во всем свете. Есть, но мало. Эти птицы боятся людей. Сучится. Ему надо уметь держаться на воде. Он испугал, видите, как дрожит. Отпусти его. Пусть плавает. Но он не хочет плавать. Сейчас захочет. Чаек нет. Что? Как это нет? Нет и все. Что с ними случилось? Говори же, чего ты молчишь? Помнишь, был синий шторм? Ну, тогда волны залили остров. А чайки погибли? Нет. Улетели. А птенчики? Их там тоже нет. Они птенцов забрали с собой. Как? Как? Лапами? Неправда, ты меня обманываешь, чтобы я не поехал на твой остров. Нет, правда. Ты же никогда не видела, как птицы носят своих детей. Я тебе не верю. Попрошу дедушку отвезти меня на остров. Нечего меня обманывать. На остров не успеешь, Галина. Тогда никуда не поедем. Собирайся, лодка уже подходит. Поедем на остров. Да. Сумку собери. Сейчас. Ой, где? Ты все-таки сказала мне, чайка. Как у вас тут шуплага? Ты жив и здоровый? Да, так у нас все в порядке. Только внучка неважно себя чувствует. С тобой отправлю, пусть домой едет. А, ладно. Доченька, может, не надо тебе ехать на остров? Люди набрали тут. Дедушка, ну это же по пути. Кирилл, доводим они до острова. Это да!
свидания, шоколад. До свидания, Кирилл! До свидания. Приятно! Мне тоже пора лететь. Ты хороший мальчик.
Спасибо. Помоги мне соберем. Пора бы это знать. Нет, нет, ты вот что. Заповедник передал ему радио, пусть он разберется. А? Ну, сообщи тогда общество охотников или надзору, или куда-нибудь там еще. Надо. Вот и все. Говорит, что этот остров заповедную территорию не входит. Получается, если не заповедник, то до него и дело никому. Дедушка! Да, внучек. А почему мой остров и чайки никому не нужны? Нет, они каждому нужны. Почему он не заповедник тогда? Всю землю не превратишь в заповедник. Люди сами должны понимать это. И восстанавливаться в течение многих десятилетий. Как следует вспомнить слова Карла Маркса о том, что культура, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно, оставляет после себя пустыню. Человек стремится к